Всем привет! В столице пройдет кинофестиваль «РИФ-2019». Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Как рассказали на сайте Культура РФ, в Москве стартует 6-й российско-итальянский кинофестиваль «РИФ-2019». Уточняется, что торжественное открытие мероприятия состоится 12 ноября в Московском кинотеатре «Октябрь», где покажут фильм Массимилиано Бруно «Однажды в Риме». По словам организаторов, фестиваль продлится до 24 ноября. На сайте также рассказали, что в этом году в афише фестиваля около 25 итальянских картин, а особое место в программе занимает фильм Андрея Кончаловского «Грех», который посвящен художнику Микеланджело Буонаротти. На мероприятие будут приглашены не только зрители, но и режиссеры, сценаристы, актеры, а также киноведы. Победитель получит мозаичное полотно с изображением ковровой дорожки на золотом фоне, которое разработал итальянский художник Марко Бравура. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!